Первым парнем я был во дворе, всех девчонок я знал очень близко. Но ужасно не нравилось мне, что меня называли сосиской. Я ругаться с людьми не умел, и сосиской быть не хотелось. Я их даже, представьте, не ел, прежде слез никаких не имелось. Ну зачем называешь сосиской меня? Мне же стыдно и очень обидно, и от этого слова в душе почу я. Только внешне вам это не видно, как...